Алтайские аграрии активно приближаются к 2-миллионной отметке по объему сбора урожая. Несмотря на затяжную весну и трудности посевной, уборочная кампания показывает неплохие результаты. Уже в первые дни валовый сбор культур превысил показатели прошлого года за аналогичный период. По оперативным данным Минсельхоза региона, свыше 500 тысяч тонн составляют озимые культуры, остальное преимущественно кормовые и зернобобовые. Наилучший результат показали фермеры Косихинского, Советского и Зонального районов. Сейчас аграрии рассчитывают на сухую и теплую погоду, которая позволит нарастить темп уборки. Добавим, что в 34 районах края уже начали сеять озимые культуры.